мира и Европы, победитель финальных соревнований московского этапа Гран-при, заслуженный мастер спорта Маргарита Мамун. Маргарита Мамун. Встречайте на гимнастическом помосте финалистов проекта Первого канала «Шоу без страховки». Прославленная российская телеведущая, главная сваха нашей страны Роза Сабитова и артист Московского Большого цирка на проспекте Вернадского Дмитрий Сорокин, постановщик Елена Афанасьева, «О, спорт, ты мир!» Oh,
готовы к труду и обороне. Дмитрий Сорокин и Роза Сабитова. Дамы и господа, а сейчас встречайте весь основной состав сборной команды Российской Федерации по художественной гимнастике. Время вперед! Сборная команда России по художественной гимнастике и все участники нашего гала-шоу. Наши стены полные трибуны, наше место.
Аплодисменты. Овации. Дамы и господа, мы благодарим за этот гала-концерт всех участников, всех тренеров и специалистов, которые создали нам всем такой праздник. Оргкомитет соревнований во главе с Ириной Александровной Винер-Усмановой. И вас за поддержку, за то вдохновение, которое идет, исходит от вас и приходит нашим спортсменам и помогает выигрывать медали. Спасибо вам еще раз и приходите на наши соревнования. Всего доброго. До свидания.